С начала года сумма просроченной задолженности по заработной плате в Прикамье выросла в 10 раз. Данные телеканалу РБК «Пермь» привели сегодня в краевой прокуратуре. В ведомстве состоялось заседание рабочей группы по противодействию нарушению трудовых прав граждан на оплату труда. Директорам компании «Пермгелнерут» и «Позитрон», чья сумма задолженности по зарплате на сегодняшний день составляет более 10 миллионов рублей, прокурор края Вадим Антипов объявил предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав. Частичная невыплата свыше 3 месяцев или полная невыплата заработной платы дольше, чем 2 месяца, влечет за собой уголовное наказание в виде лишения свободы. Это действенная мера, мы считаем, что она работает достаточно эффективно. Ситуация, она в определенной мере обусловлена экономическими факторами, но тем не менее, значит, мы считаем, что любой работодатель должен ставить обязанность по выплате заработной платы во главу угла и, так сказать, принимать все меры, которые направлены на первоочередное погашение заработной платы и выплату ее, установленные, опять же, законом сроки. В прокуратуре отмечают, что по итогам 2015-го в Прикамье был самый низкий показатель задолженности по зарплате за последние 15 лет. Сумма составила чуть более 3 миллионов рублей. На 1 сентября текущего года долги достигают почти 34 миллиона.